3 мая в Зеленом театре стартует ежегодный фестиваль «Неделя австрийского кино». Зрителей ждут самые яркие резонансные картины Австрии последних лет. В программу вошли 3 полнометражных картины разных жанров – от исторической драмы до социальной комедии, а также подборка короткого метра и видеоарта. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами. Это кино, которое дало миру такие имена, как Михаил Ханеке, как Ульрих Зайдель. И у нас, у зрителей, есть уникальная возможность открыть для себя этот кинематограф и посмотреть самые новые, самые интересные, самые свежие фильмы, которые создаются в австрийском кино за последний сезон. Неделю австрийского кино 3 мая в 9 часов вечера откроет показ исторической драмы «Мадемуазель Паради», основанной на реальной истории незрячей пианистки Марии Терезии Паради, жившей в Вене в 18 веке. История, которая произошла с ней, это, в общем-то, история, которая достойна того, чтобы о ней было снято кино. Второй фильм программы – социальная комедия «Мигранты», посвящена двум безработным друзьям, которые живут в современной Вене. В попытке заработать денег они изображают мигрантов для телевизионного шоу. Австрийское кино, в общем-то, характеризует то, что оно, безусловно, как и вся австрийская культура, является достаточно строгим, достаточно социальным. И вместе с этим последние годы оно ориентировано на актуальные темы, на поворачивание лицом к зрителям. И я думаю, что зрители, которые побывают на этом фестивале, они в этом убедятся. В программе фестиваля драма «Январь-март» совместного производства Австрии и Украины. Это две параллельные истории. Первая – молодой семейной паре, вторая – родителях главных героев. Мировая премьера фильма прошла в конкурсной программе Роттердамского кинофестиваля, известного своим вниманием к новаторскому и экспериментальному кино. В этом году зрители увидят программу прошлого года, лучшие фильмы из подборки прошлого года и смогут, в общем-то, на один день переместиться в будущее. Гостей недели австрийского кино ждет подборка лучших работ Международного фестиваля мультимедийных искусств «Арс Электроника», который ежегодно проходит в австрийском городе Линц и презентует передовые визуальные технологии нашего времени. Неделя австрийского кино будет проходить в Зеленом театре с 3 по 6 мая. Организаторы фестиваля – Австрийский культурный форум и «Артхаус Трафик». Юлия Федорова, Андрей Кульба, 7 канал. Oh,